Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасы көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері, волейболдан әйелдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасының кубогы. Сел Қалмырза, өте жас, өте мықты, сондай бір қазақ волейболының болашағы деп қарастыруға болады Сел Қалмырзаны. Бірінші кезеңде ойынды бастайтыны. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Суперматч Жетусу Туран начинается сейчас в прямом эфире телеканала КАЗ-Спорт. Возможно, самые лучшие клубы сейчас выясняют отношения. И для Жетусу это матч принципиальный, потому что вчера они проиграли матч со счетом 3-2 команде Куаныш. И тем самым могут даже занять в этой группе только второе место. В случае победы, конечно, команды Туран. Анжела Веселинович, новичок команды. Но играла она уже в прошлом сезоне за команду Алтай. Становилась чемпионом страны, обладательницей кубка, суперкубка. Поэтому сейчас она не прочь и со своим новым клубом завоевать. И со своей старой-новой партнершей по команде с Анной Наркуловой и кубок страны. Пока что без поражений идет Туран. 3-0, 3-1. Айхарагос. Спокойно обыграли, спокойно выиграли и у команды Азамата Есимова. Здесь проблемы в нападении у Житусу. Самойленко. Колдина не попадает, да, по-моему? Да. У девушек, у женщин. Веселинович, Колдина. Закрыли Колдину. И касание сетки, да. Майре повезло пока что, когда ее Веселинович подключает. Как-то неуверенно, да, действует капитан команды. Смотрим еще раз. Да, коснулась сетки. 99 номер. Пербатович. Мягкая подача. Денисова. Егорова. Как-то не уверен, атакует Егорова. И какая же передача. Вот Веселинович здесь не попадает. Кешенек за Туран командасы Айқаракөз волейбол клубына қарсы ойнады. Сол ойында да бірнеше күмәнді эпизодтар болған. Басымдық 4 пайды құрайды. Бірнеше кезеңді Жетісу командасы жеңіп алуға жақын тұр. Диана Никитина. Татьяна Никитина. Эйс емес. Десе де бұл маңызды емес. 25-те 20. Мне маңыздысы осы есеп. Жетсудың пайдасына. Жетсу командасы ойында есепте алға шықты. Бұл кезеңді орталық ойын негізі финалда осы екі команда жолығу әбден мүмкін. Маратова тосқауы бай Жетісу командасында. Тарасова, бұл эйс. Сызық қоймен бақытта Дардақ Маратова допты қабылдай алмады. Дайын болмады бұл соққыға. Дардақ Маратова. Тұран командасында қосалық құрамда кімдер бар десеңіз. Юлия Садилова бар әрине. Мумина Дәулетбаева. Туран. Ардак. Мяч в игре. Тарасова поднимает. Никитина будет атаковать. Блок! Еще один блок. Маратова. Колдина. Замена. Да, Алдошина. Алдошина появляется на площадке впервые. Меняет на Никитину. Вчера, когда она вышла в пятой партии, команда выиграть, догнать соперника не смогла. 14-10 Туран впереди. Веселинович продолжает подавать. Анжела. И
Гурова, Садыкова. Блок. Смягчение Самойленко поднимает. Веселинович успевает. А Наркулова Сана забивает ли? Вопрос. Там блокаут? Да, блокаут. А Наркулова 15-10. Болельщики уже недовольны. Болельщики уже сейчас гудят, свистят. А нужна поддержка. Один съем. Алдошину закрыли. Простой перевод. Веселинович отдаст на Анаркулову. Та скидкой. Тарасова. Садыкова вновь. Карина Денисова пробивает и попадает. Карина, ну наконец-то получилось у Денисовой забить. Очень важный, нужный, сильный мяч. 11-15. Туран до сих пор впереди. Сейчас сравнят счет по партиям. Это вы хотели, уважаемые болельщики? Пока еще рано. Анаркулова. Анаркулова. Сана. Нельзя, говорит, так играть. Нельзя. Кому она говорит? Кто там был у сетки? Один шанс есть у команды Туран закрыть партию и сравнять счет. Чумак. Благо у нее подача не такая прям сложная. Самойленко. Ардах. Выбирают Ардах. А она-то в этой партии сыграла не очень, если честно. Самойленко. Третья попытка. Веселинович может сама. Нет. Через Самойленко. И это сет. 25-23. Вымучили просто концовку. Команда Туран. 25-23, сравнивает счет. Ничего, ничего, говорит Алдошина. Мол, я зарешаю в третий парт. Я сделаю это и поставлю их на место. Ну, это, конечно, я уже утрирую, от себя добавляю. Сонымен үшінші кезең басталды. Өте маңызды кезең. 2-1 есебімен алға шығуды мақсат тұтады екі командада. Веселинович кімге пас? Ешкімге де пас жоқ. Пас болмаса шабуыл қайдан болсын. Алупай Жетісуға бұйырды. Бірден өл. Ардақ Маратова. Екінші кезең барысында да көп қателескен еді. Үшінші кезеңде қателіктер. Сериясы жалғасуда. Скидка пошла. Тарасова успевает. Егорова. Зидора с двух рук просто коломует. Сана. Ай-яй-яй. Какая же плохая передача. Недодачу. И ошибается Тарасова. Это ее ошибка. 9-10. Чудом, чудом набирают эти очки. Игроки GTSU проигрывают. Это очень важный мяч. Двенадцать девять.
Жетусу вновь плюс 2. Берут. 9-10 было. Нужен Умерзах. Тайм-аут. Нет, тайм-аут. Видеоповтор, конечно же. Смотрим. Ардах Маратова. Не было касания. Неужели у Асхара Шалхибекова нет игрока? Еще одну опцию в нападении. Есть же у нас хорошо знакомая Жанна Сыроежкина. Почему не выпускают? Ну, чуть-чуть отдохнуть хотя бы Маратову. Прийти в себя, подумать, поговорить. Веселинович. Кому? Самойленко. Веселинович на Сану Наркулову. Мощно и попадает, по-моему. Нет, не попало. 13-9. Сетпоинт. 24-13. Житусу. Веселинович получить и набрать очки не получилось. Тарасова! Ну, очень красиво скидывает сейчас Анна. Браво, браво. Браво всей команде ЖДСУ. В третьей партии они просто не заметили соперника. Проехались. Услайвер шавулдайт на вар. Анна Тарасова. Стоградит вар. Молодец, Николь Майда. Даргиз Дегдина дежилуй на бой. Марат Ваша Булнада, Аргарай, Упай Кунге Бюрадыхен, Тарасова, Чумак, Екденоль. Валерия Чумак. Тағыр шабуыл, бұл жолы күнге Колдин арқылы тағыр. Ендіше Маратоваға. Және бұл аут. Ардақ Маратова. Қателесті Анжела Веселенович тағы да шабуылға. Изидора. Мягко подала сейчас Веселинович. Кому? Куда? Анжела. Сетпоинт, который будет автоматически матчпоинтом, набирает ЖТСУ. Карина Алдошина. Карина Тарасова. Изидора Бербатович. Кто еще у нас на площадке? Сейчас меняют полностью игру. Это матчбол. Два матчбола у команды ЖТСУ. 22-де 19 есебімен алда тұрған еді Тұран ойыншылары. Қолда тұрған жеңіс беріп қойды деген осы шығар. Веселеновичтің пастар қайда жоғалып кетті. 23-де 24 ойын жалғасады. Қазір барлығы сценарий бойынша өрбіп өтіп жатыр десек болады. Сол ойынға қазір Анжела Веселинович қосады. Анна Тарасова меніше шабуылға Татьяна Алдошинаны қосады. Көре. Аут! Аут! Анжела Веселинович топта аутқа шығарды жүреді. Ойын дәл осы жет аяқталды. 25-те 23. Жетсу командасының жеңісі. 25-те 23. Төртінші кезеңдегі есеп. Жалпы ойында есеп 3-1. Назарларыңызға мың рахмет, құрметті көрермен, сау, сәлеметте болыңыздар.